Только за Путина. Путин нас герой, мы за Путина горой. Но скажите, как вы считаете, у нас получится отстоять отряды Путина? Должно получиться. Такое у нас все получится. В Москву поедем, если тут меры не принимаем, поедем в Москву и там добьемся. Ну, скажите, так, все-таки... За Путина все голосовали, а здесь теперь он не примет нас. Все равно надо сходить, он не примет нас. Вы имеете в виду губернатор? Да. Нет, я вот думаю все про Владимира Владимировича Путина. Все-таки, я думаю, если бы он узнал об этом, он бы нам помог легко. Конечно. А как вот? А как он бы... Только к нему надо поехать в Москву. Не, ну почему другие это получается встречать это с Путиным, а мы нет? Почему это так? Да, ой, так хочется, чтобы он приехал. Ну, значит, мы, Зинаида Павловна, чего-то не учитываем, что-то, чего-то не понимаем. Действительно, это там Путин, это то с детьми, то со взрослыми, то в совхозе где-то там он был. Хочется ему поговорить и сказать, что мы не можем. Мы за него горой. Да. За Путина. Ну, в общем, я думаю, что у нас все-таки получится достучаться до Владимира Владимировича. Да, 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 я тоже так-то уверена в этом, что мы добьемся своего.